Раиса Орлёгла, одна из самых уважаемых медицинских работников в селе Копчег, приехала с севера Молдавии, Единецкого района. Раиса Федоровна медсестра с 35-летним стажем. После завершения учебы в Кагуле приехала по направлению в село Копчег. Раиса Федоровна вспоминает случай из детства, который повлиял на ее судьбу и выбор будущей профессии. В 7 классе я попала в больницу с этим ревматизмом, да. Очень долго лежала. Там помогала сестрам раздавать лекарства. Мне понравилось. Я решила закончить школу и буду учиться на медсестру. И так и вышло. Училась в Кагуле, поэтому попала к вам. Первые годы, признается Раиса Федоровна, было тяжело из-за языкового барьера. По приезду их отправили на патронаж. Надо было выполнять любую работу, среди которых чтение лекций по кварталам, дежурство. Особенно Раиса Федоровна вспоминает прививочные дни. Людей было так много, что приходилось вставать в 6 утра, чтобы успеть. Было страшно, тяжело, но интересно, вспоминает Раиса Орлёгла. Она благодарна всем за то, как их приняли. Мы не знали гагаузского, люди не знали русского. Так, разбирались. Ну, постепенно. Правда, мне повезло, я знала молдавский язык. У нас в селе были половина молдаване, половина хохлы. И я научилась так, общались же в школе и все. Это мне помогло. Раиса Орлёгла уважаема в селе Копчег. Ее знают и любят, и по сей день люди приходят к ней за помощью, советуются с ней, как лучше беречь свое здоровье. Она рада, что ее не забывают. Олег Дулогла, Леонид Афонос, КРТ, Новости.